вообще на подушках сижу. Ты аккуратно ноги просунь, у тебя ноги в крови. Ноги в крови. Я сама как бомжик. Оп. Вторую ногу просунешь. Всем привет, мои хорошие! Рада приветствовать вас на моем канале. Сегодня у меня в гостях восхитительная, обворожительная, неповторимая, смущенная Асквотима. И сегодня мы как в старые добрые времена, да? Парола. Не будем церемониться, тут болтаю я начну. У меня уже палочки грязные, рыльца в пушку. Тряхнем стариной, и как в старые добрые времена. Не будем церемониться. Да. Я сейчас эти суши руками начну есть. Разваливаются? Ага. Вау. Очень вкусно. Когда какое-то ответственное видео, как всегда, меня микрофон подводит. Надеюсь, что в этот раз такого не будет. Ты его трогаешь. Не трогай. Я его всегда трогаю, я его глажу. Так, следующий. Как тебе роллы? Вкусно. Мне кажется, очень вкусно. Это просто божественно. Настолько вкусно. Вау, Айка. Не ткни мне в глаз, мы сидим тут, как бомжи на привале. Я могу ткнуть только суши. Я сегодня пранканула эту детку. Правда, получилось не вау. Но первый опыт. Я буду развиваться. Я буду стараться. Я тебе покажу. Что ты мне покажешь? Как пранковать меня. Ты увидишь вместе. Давай, Фатима, давай, давай. Давай, красиво. Давай. Кстати, ссылка на мой канал вниз. Подписывайтесь на Фатю. Давайте добьем ей 100 тысяч. Да, должна быть какая-то компенсация, что меня тут пранкуют. Играют с моими нервами. Это знаешь, на что похоже? На Доме 2 одна участница написала, что говорит, почему нас выставляют в таком плохом свете. И там один парень в комментариях написал, за это вам и платят деньги. Чтобы выставлять вас в плохом свете. Пупсик, берите тоже. Спасибо. Ты такая щедрая. На выходе заплатишь. Это твой фирменный смех. Я прям просто возьму этот имбирь, сразу съем. Смотрите, внимание. Когда-нибудь эти палочки. Пожар. Могу тебе предложить напиток. Я сильная женщина. Я тоже духовно очень сильная дама. Я во всех смыслах, кроме физического. Как у тебя жизнь, рассказывай, давно мы не виделись. У меня жизнь. Не жрали вместе. Сижу дома. Потом что еще новое? Сижу дома. О, еще одна новость. Целый день. Не, еще кое-что совсем важное забыла сказать. Это уже другое. Просто дома сижу. Это ты еще не знала. Ужас. Просто ужас. Но мне кажется, все, что не делается, делается к лучшему. Дай бог, мы все переживем этот 2020 год. Съедим все самые вкусные роллы, пока она болтает. Мы будем рассказывать своим детям. Знаете, был год, когда мы не могли выйти из дома. Такое случается раз в там несколько тысячелетий. Что-то типа, да, ты скажешь своей дочке, доча, знаете, какие тяжелые времена были. Открой YouTube, посмотри. Я это втихаря ехала к Айке, и мы жрали суши. Втихаря я здесь совершенно на законных основаниях. У меня есть 2 часа смс-ка. Потом я переезжаю сюда просто. А потом я переезжаю сюда. Мы решили, что раз вам нравятся наши совместные видео. Мы приезжаем.
Пока мы не замужем. Теперь я буду жить здесь. Вы рады? Она переедет к бабушке. А я все равно перееду. К бабушке уже переехала. Труп, который был над шкафом. Ты помнишь, над шкафом у меня были... Такой человек лежал. Что? Так вот он теперь здесь, под кроватью. Что? Кто смотрит мои влоги, тот в курсе, ребят. А еще я знаю, что подумала. Я хочу купить себе стол. Нормальный. Значит, какой человек лежит? Помнишь, у меня над шкафом всегда были какие-то вещи. Мне подписчики всегда писали, что это за труп у тебя лежит. Вот теперь эти вещи переселились вот к тебе туда. Я буду там спать с ними. Ты будешь спать здесь на гладильной доске. Ребята, роллы, они такие мягенькие. Они лучшие. Обалденно вкусно. Давно они пришли к тебе? Сегодня. Хорошо, что ты все. Перед тем, как ты приехал. Я знала, во сколько ты приедешь. В общем, я не договорила, Фатя. Я пришла к выводу, что нам надо вкладываться в наше любимое дело. Поэтому нужно что делать? Купить ринглайт. Купить стол. Я купила этот стол, но он оказался провальным. Я почему нормальный стол? Я собираюсь стулья купить, мои скрипят. Ты хочешь маленькие такие стулья купить? Да, покороче. А я хочу купить просто длинный стол. Как ты думаешь? Я хочу, чтобы стол был... Не брать коробку и не ставить сюда коробку, например, а взять, чтобы стол был где-то вот такой вот Надо высоты. Надо измерить вот эту высоту. Вот. И заказать стол. Я надеюсь, что меня не спросят, зачем вам такой стол. У нас такие любопытные эти... Я хотела Они махнуть. Же сами просят повыше еду ставить. Пошка, наверное, ёх. Да, мы сижу. Куся Мэйк шикарная. Как и я сама. Ты похожа на колорадского жука. О, Айка. Нет, вот эти запеченные, у них лучшие. Ты замечаешь, они не жесткие, они просто... Ты просто можешь не пережевывать их, они сами залетают. Я так не пережевываю. Они мне пишут, когда я ем суши. Она не жует, она просто глотает. Один раз куснула, и второй пошел. Я смотрела на мукбанга. И она так быстро уплетала. Мне настолько это понравилось. Я вдохновилась. Я решила тоже снять такой мукбанг. Быстро есть? Да, я, короче, ела очень быстро. Как раз я просто спешила, я вызвала такси. Я думаю, сейчас быстренько смету все. И все скажут, вау, как ты это сделала. Все начали меня обливать грязью. Если не успеваешь снимать мукбанг, нахрена его снимать? Как можно так? И как ты думаешь... Она старается, моя подружка. Не обижать ее. И как ты думаешь, что я сделала в таких случаях? Закрыла комментарий. Да, я закрыла комментарий. Itching the girl. Но я сделала вывод. А у тебя что нового? Дома сидишь? Я в день снимаю по 3 видео. А так ничего. Так ничего нового. Да, просто пранкую сидишь. Свою подругу. О, Господи. Трэш-контент. Мне кажется, для нас было это маловато. Патя такая открывает соевый соус и говорит, у меня такое ощущение, что кто-то уже макал в этот соевый соус. На самом деле, просто крышечка касалась суши, роллов,
А где твой этот? А где твой этот? Ой, ребята. Ой, ребята. У меня на канале есть видео, где мы ели сайк из Торол. И целый плейлист, посвященный сушам. Ой, ребята. Ой, ребята. Что случилось? Это вкусно. Ой, ребята. Я предлагаю облизать все это. И выпить это. Как тепло. Что даже жарко. Помнишь, из какого-то мультика? Подписывайтесь на Фати, потому что мы сейчас будем снимать для Фати грузинские хинкали маминого приготовления. Поэтому обязательно. И Фати оставит ссылку на iCook. Обязательно оставлю. Да. И спасибо, на канал iCook. Всем желаем удачного дня, приятного аппетита. Всем марч. Всем пока.